Всем привет! Всем-всем-всем! Так, подтягивайтесь в эфир. Сейчас пообщаемся. О, кто-то уже появился. Замечательно. Я думаю, что легкая, спокойная музычка нам не повредит. Так. Сейчас я вот эту дорогу проеду, маленький кусочек, такой кривой, где все время качает, и начнем. Как всегда, из машины, когда вещаю, я еду либо на тренировку, либо с тренировки, как правило, у меня такое бывает. Вот и сейчас в этот раз точно так же. Да, ребят, поздравляю вас с началом нового сезона. Обычно так часто бывает, что во многих школах боевых искусств, федерациях, клубах и секциях все-таки тоже как-то привязано сам начало занятий к учебному году, потому что и дети разъезжаются, и в отпуска, значит, уходит там кто-то. Хочу сказать, что у нас вот, например, в первый раз, наверное, за много лет не было, скажем так, отпуска. То есть мы проработали все лето. Фантастика просто. То есть клуб не уходил в отпуск и продолжались все это. Так вот, о чем я, собственно говоря, что за тема разговора? Почему мастера не всегда мастерами бывают? Об этом я уже однажды, когда-то давно записывал видео и даже статью писал, по-моему, об идеализации своих учителей, сцеев и так далее. Почему-то люди, которые приходят заниматься все, особенно кто склонен впадать в эзотерические какие-то вещи, ну, конечно, за этим приходят многие. То есть хочется иной какой-то культуры, хочется вот именно проникнуться духом боевых искусств и так далее. Да. И вот человек, который преподает боевые искусства, которому вы, в общем-то, пришли для того, чтобы тренироваться, потому что именно через тренировку тела, да, постигается истина, скажем так, абсолютная, да, знание, дух воспитывается. Вот вы приходите, чтобы тренировать свое тело, и, значит, ожидаете, что тот человек, который вам это будет все давать, он вас и наставит и на путь истинный, и будет вам гуру по жизни. Ну, ребят, вот давайте скажем так, может быть, такое, наверное, есть, оно есть. В каких-то старых ортодоксальных школах или в каких-то, или есть учителя, скажем, такие, которые на самом деле такими являются. Это профессионалы, может, и не экстра класса, но люди, посвятившие всю вот жизнь вот прям вот только этому, которые не варятся ни в каких федерациях, не являются ни функционерами спортивными, ничего, занимаются только совершенствованием. Если вы хотите примкнуть к этому кругу, вот вы можете, да, и причем хотите быть таким же, как этот человек. Вот вы можете и примкнуть к этому. Вот мы и подошли к главному вопросу. Учитель может научить прежде всего тому, что умеет делать сам. Через те же, значит, императивы, которыми сам он обладает, через те знания, через тот менталитет, который есть у него. И если вы с вашим учителем отличаетесь по менталитету, у вас есть другие идеалы, другие цели, иные задачи, вы по-другому строите свой режим, график работы, вообще свою жизнь строите совсем иначе, чем ваш учитель. Очень может оказаться так, что то, как он себе, с помощью чего он строит свой мир, свою культуру, вам, в общем-то, не подойдет. Да, вы можете говорить о том, что боевое искусство, вот оно такое, вот оно воспитывает дух и характер, да, но способы-то воспитания все равно разные. Если человек делает это одним способом, другому это, вероятно, не подойдет. В ортодоксальных каких-то клановых школах на это внимание не обращают. Там ученик следует путем учителя. Если он хочет стать таким же, как учитель, он ведет, в общем-то, такой же образ жизни. Он даже часто живет в доме на учителя, чтобы жизнь их сливалась вообще плотно, да, между собой. И каждый из таких учеников старается стать каким-то, ну, преемником. Вот. И поэтому то, что говорит учитель, он это все воспринимает на веру. Как говорится, хочешь стать точно таким же, делай все то же самое, что делаю я, думай так, как думаю я. Но если
это не совпадает изначально, особенно если человек приходит сам заниматься не с самого детства, а в детстве еще опаснее, это тоже важно понимать, но об этом мы сейчас сам поговорим, то эти задачи могут абсолютно не совпадать, прямо от слова совсем. И тогда все. Если вы согласны со мной, то, пожалуйста, как-нибудь обозначьте это дело. И вот что получается. Возникает либо разочарование, либо идеализация. И то, и другое плохо. Значит, разочарование – это то, что ваш учитель не оправдал ваших ожиданий. Причем он может быть прекрасный мастер боевых искусств, но не оправдал ваши там ожидания как человек. Как у него другие взгляды. Вот вы там за КПРФ, а он за Путина, там, за Единую Россию, там, или что-нибудь в этом роде. И ваши мнения уже не совпадают. А вы вот стойко готовы стать на своем. Вы там атеист, а он верующий. Ну все, что делать? Принимать то, что говорит он, но себя ломать. Да вы уже, ломая себя, не достигнете ничего. Вот. Договариваться с собой комфортным быть, это тоже нет. Вот. И идеализация, это тоже плохо. Потому что вы тогда будете проживать, будете пытаться войти в чужую роль и станете в лучшем случае просто копией, зеркалом, подражателем. Но не разовьете ничего своего, у вас своего ничего не останется. Ваше супер нутега, над которым... то есть ваше супер нутега, сформированное тем, что думает о вас учитель и как он формирует вас, оно полностью поглотит вас. То есть вы будете все делать через призму того, а похоже ли это на то, как делает учитель, что бы сказал учитель и так далее. Ну и все, нифига не получится тогда. Истина в этом случае даже не где-то рядом лежит и не где-то посредине, она вообще в другом совершенно месте лежит. Вот это вот тот самый случай, когда не посредине, точно. Вы должны просто прекрасно давать себе отчет, что вы хотите взять от учителя. Если вы приходите заниматься боевыми искусствами, ну и занимайтесь, выбирайте себе, значит, учителя, который хорошо преподает искусство боевое, который сам является именно мастером рукопашного боя, да, хорошо владеет этим делом. Если при всем при этом он еще замечательный человек, это просто хорошо. Вообще замечательно. А так вы приходите на занятия, берете от него, что можете. Слушайте то, что говорит там, и пропускайте все через призму критики. И все будет замечательно. То, что касается его рассуждения о жизни, о смысле жизни, взаимоотношений с другими людьми. Вы, например, не хотите морду человеку бить, а ваш учитель говорит, не, сразу, не давайте там с наглецам спуска, бейте рожу сразу. Или все наоборот. Вы никогда не состыкнетесь тогда. Поэтому все вопросы вы решаете сами. Да, к учителю прислушивайтесь, но решайте все сами. А приходите к нему заниматься именно за тем, зачем вы изначально пришли. Если вы же хотите получить себе какого-то гуру, ну это вообще, собственно говоря, ваш путь абсолютно. Но я говорю, что это некий капкан. Потому что если у вас появляется такой идеал, вот такой вот самый гуру, то вы в лучшем случае, следуя на пути, на этом станете его отражением, а в худшем сойдете с ума, потому что у вас будет постоянный дуализм, вы будете находить постоянно несостыковки. Ну, а самое лучшее, это вы, скажем так, откажетесь от этого пути. Учитель, умный человек, которого послушать можно, это да. Но для этого не обязательно, чтобы это был именно гуру, чтобы это духовный наставник был. Нет. У вас может быть много таких людей. Просто так, окружите себя умными людьми. С одними вы будете там общаться по науке, с другими по каким-то философским или религиозным вопросам. У каких-то людей вы спросите просто личного жизненного там опыта. В одном человеке не может сочетаться идеально все, поэтому гуру какого-то быть не может вообще. Может быть какой-то наставник в каком-то из направлений. Вот все. И когда вы хотите от мастера боевых искусств, который является вашим учителем, взять все, начиная от его режима дня и с способом, не знаю, там трахаться, до того, как он вообще себе представляет структуру вселенной, ну, ребят, это полный маразм. Абсолютно. А то, что касается детей, то тут еще сложнее. Если взрослый человек еще может как-то там управлять всем, то, имеется в виду выбирать. Если он видит, что какая-то несостыковка, он либо там остается, либо перестраивается, либо контактирует с этим учителем дальше, либо нет.
А вот ребенка отдали в секцию и настаиваем на том, чтобы ребенок там занимался. Я вот хочу сказать, что не нужно стараться всю воспитательную работу переваливать на тренера. Это будет очень замечательно, если у вас будет такой сам тренер, как я был для своих учеников, или как мои вот сейчас ученики, которые сами уже стали очень серьезными мастерами, вот, президентами федераций, вырастили массу чемпионов мира, Европы, России. Вот, они педагоги прекрасные. То есть родители от них просто в восторге. Но у них есть и такая система, как родительский комитет и все такое. То есть они там, значит, обсуждают все. И поэтому дети там не зомбируются, они не подпадают под влияние там учителя, который становится чуть ли не ближе, чем самый папа. Вот этого допускать вообще нельзя. Но тут все дело в руках родителей. Они должны прекрасно понимать и знать, о чем разговаривает с их детьми вот такой вот там педагог. Потому что, предположим, если это какой-то тренер, который прослужил в какой-то десантуре, ему там отбили мозги, ну как вариант, я просто говорю. И он начинает обучать детей, и это вы говорите им, давайте там спуску никому не давайте, месите всех, уходя гасите всех и все такое прочее. Что вы будете ждать? Когда вы потом в какой-то момент скажете, как кот Леопольд, своему сыну, слушай, ну, давай жить там дружно надо, и все, он вас просто пошлет нафиг, потому что он, для него большим авторитетом станет вот тренер, который его тренирует. Поэтому следите за этим, общайтесь больше со своими с детьми, изучайте, о чем говорит им тренер. Это обязательно совершенно. Вот. Сами разговаривайте постоянно с ребенком. А еще будет замечательно, если вы будете ходить в этот же самый клуб заниматься. Пусть не в эту же детскую группу, это разумеется, но быть где-то рядом. Вот. Тогда у вас вообще все под контролем будет абсолютно. Так, привет. Вот. Это вот очень важный вопрос. А почему я на эту тему заговорил снова? Да потому что тут совсем недавно на фейсбуке наблюдал спор двух товарищей. Не буду их называть по именам, но один считает себя великим просто мастером, особенно сейчас стал считать. У него открылась какая-то мания величия, он считает, что есть какие-то два типа техники, их может быть и 22, и 122. Вот. И вот что первый это для всех, а второй там известен лишь некоторым только мастерам, их можно в мире там, не знаю, там 10 человек, вот он входит в их число. Вот. И кто хочет, он может всех сам и научить. Хотя сам уже массой травм, сам ничего не делает. Все, что демонстрируется им, то это демонстрируется его там учениками, которые еще находятся на самой начальной ступени развития своего в боевых искусствах. И он через них пытается показывать то, о чем он говорит. Вообще получается довольно нелепица, получается. Смешно на самом деле это выглядит. Вот. Сам показать не может ничего, показывает через учеников, которые делают в лучшем случае суррогат от того, что он там не говорит. Ну, в общем, ерунда полная. А второй, ну, мастер боевых искусств, признанный, так авторитетный, он, который неожиданно для меня совершенно спустился в полемику с этим первым, не знаю, что там зацепило конкретно так, но перешли они на личности. Вот, пока достаточно цивилизованно, нахер никого не посылает. Но, значит, второй полон из сарказма, а первый обиды на непонимание. Вот. И ничего тут удивительного нет. Кто же его это поймет, если его никто не знает абсолютно, и то, что демонстрируется с учениками, ничего не доказывает и не показывает. Второй же что-то пытается показать и доказать, в итоге споря с вот этим всем, ставит себя в какое-то неловкое и нелепое тоже положение, потому что спускается, я не говорю до уровня развития, потому что, может, у первого уровня развития нормальный, в споре, в неумении, в доказательной базы на его же уровень. Получается, что спорят два человека, которые вот как одержимы манией величия. Один говорит, что ему там открылось сакральное, и вот, а второй говорит, что у него это случилось намного раньше. И пытается это тоже как-то доказать. В итоге первый в моих глазах немного потерял, потому что я его особо не знал, но мы так общались на Фейсбуке, я от него подобного не ждал ничего, конечно. Вот. А второй-то в глазах моих вообще потерял просто конкретно. Он иногда пишет интересные посты, но вот
суть в том, что вся проблема таких вот мастеров, которые уже в возрасте, в том, что они, пройдя большой путь в несколько десятилетий, занимаясь искусствами боевыми, достигли каких-то вершин, возможно, серьезных очень. И это без всякого сарказма, просто как бы реально. Но просто надо понимать, что время не дискретно, и нельзя, скажем так сказать, вот я самги достиг, и я на вершине нахожусь. Нет, эта вершина, она постоянно растет. Потому что эта вершина — это знание, это, скажем так, умение, это тот фундаментальный весь опыт и новый опыт, который постоянно формируется в мире боевых искусств. И поэтому, если мастер достиг вершины, то он достиг ее вот в конкретное только время, конкретный момент времени. И не более того. Если он на этой вершине остался, то к завтра, к утру, эта вершина уже выросла снова. Они уже думают, что они самки достигли. И когда какой-то молодой самки человек начинает им говорить, что вот то-то или то-то, они это нормально воспринимать адекватно не могут, потому что они считают, что если они дольше времени посвятили занятию боевым искусством, 40 лет позанимались там, или 50, там, да, вот, то все. Спорить с ними — это верх самки, невежества и невежливости. С невоспитанностью самки считают, когда кто-то спорит с более старшими людьми, а именно с ними непосредственно. Но то, что они лезли на эту гору каким-то немыслимым самки путем, цепляясь какими-то, не знаю, голыми руками там или чем-то еще, не зная техники восхождения, и самки достигли вершины, это вообще не значит, что человек, который там обладает другими там инструментами, другими какими-то кошками, веревками, технологиями лазания, методиками, он может того же добиться намного быстрее. А так как он более молодой и гибкий, то и эту вершину преодолеть он может, во-первых, до такого же, до уровня самки добраться намного быстрее, это раз. А во-вторых, он еще готов, у него потенциал есть лезть выше. Поэтому вот я в последнее время с большим скепсисом отношусь к самим мастерам, которые уже довольно пожилые, потому что они становятся костными. Очень мало мастеров, которые костными не становятся. Вот, которые открыты всему новому и постоянно мониторируют какие-то вещи. Вот. А то там при Советском Союзе стал мастером спорта там СССР, первым чемпионом СССР по карате, вторым или третьим, это неважно, СССР по карате, все. Вот признанный, легенда. Ну и чего, что это легенда? Ну все, это легенда в прошлом. Это гора, она маленькая. Это какие-то пирамиды, когда самки строили. Вот до Хеопсовой, в общем-то, построили какие-то другие пирамиды. И они были высокими самыми. А в какой-то момент Херака построили Хеопс пирамиду. И она стала высокой самой. Вот здесь то же самое. Рядом с таким, с легендой первой, когда-то пирамидкой, может вырасти другая пирамида. Она уже выросла. Просто она не стала самой легендой, потому что времени так много не прошло. Вот все. Ну, что вот это вот элементарно. Это надо прекрасно понимать. Поэтому не идеализируйте мастеров и не идеализируйте собственные знания какие-то, понятия. Я, конечно, понимаю, что встречается иногда маразм, как я говорю, вот и мания величия встречается, когда люди необоснованно совершенно не могут ничего показать, объяснить, но считают, что вот им там открылось. Ну, это не работает на самом деле так. Это так не работает. Вот. Если уж ты говоришь о чем-то, обязательно нужно уметь это показать, объяснить и доказать. Никак не иначе. Хреново я заехал-то, да? Не нравится, как я это сделал. Поеду в другое место. Так. Так. Места побольше намного, вот. Объясните, показать. Если уж учеников за место себя показывать, то показывать учеников-то крутых. Бывает такое, что ученик намного лучше, чем сам учитель. И такого ученика показать-то не грех. Вот прям реально. Его можно показать, сказать, вот. Потому что я так сам уже не могу сделать, как он делает. Вот так вот, друзья. Поэтому берите от учителей то,
и только то, что от них можно, можно брать и нужно, и не более того, не отдавайте им на откуп все, со всю свою жизнь. Все, я пошел на тренировку, пока.